Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Молодые супрацовники Комитета судовых экспертиз по Гомельской области приняли присягу и отримали новые погоны и звания. Творчий проект «Мус-Арт» протягивается. На гэты раз у картинной галереи Гаурила Ващенки свою программу представила Алена Гастинская. А зараз об гэтым іншым больш подрабязна. У апошнія некалькі месяцаў у Гомелі набірае абароты даволі дзіўная з'ява. У многія інстанцыі пішуцца звароты, у інтэрнэце рэгулярна з'яўляюцца публікацыі, якія змяшчаюць негатыўную рэакцыю на любыя дзеянні ўлады па развіццю абласнога цэнтра. Пры гэтым крытыкуецца ўсё – будаўніцтва новых дамоў, дарогі, падземных пераходаў, добраўпарадкаванне тэрыторыі. У сітуацыі разбіраліся нашы корэспандэнты. Строительство дома на улице Сорская, подземных переходов на Барыкина, кольцевое движение по Кирова. Эти темы хорошо знакомы гомельчанам, в том числе по сообщениям и видеороликам в интернете, в которых указывается на многочисленные попытки ухудшить жизнь горожан. Звучат гневные призывы ничего не трогать и не менять. В ответ официальные органы собирают комиссии, привлекают серьезных экспертов, тратят рабочее время, государственные деньги на проверку зачастую абсурдных утверждений. Дошло до того, что посол Израиля специально посетил Гомель, где лично убедился, имеются ли старые еврейские захоронения на месте строительства нового дома. В итоге детального разбора выяснилось, что сообщения блогеров и горе-экспертов о наличии могильных плит и человеческих останков оказались обычной уткой, гуляющей на просторах интернета. Впрочем, как и устройство четырехполосного движения на улице Пушкина. О реальном положении дел много писали региональные газеты, снимались видеосюжеты местного телевидения. Противостояние продолжилось в суде. Областная газета «Гомельская правда» не только доказала свою правоту, но и выиграла дело о возмещении гражданином Ляпиным материальных затрат, понесенных изданием в ходе судебного разбирательства. И в связи с этим возникает вопрос, а для чего в интернете устраивается такая шумиха по надуманным поводам? Сообщения о неправомерных действиях властей растут как снежный ком. При этом никто не собирается детально разбираться в ситуации и публиковать достоверную информацию. Хотя бы статистику о том, насколько уменьшилось количество ДТП на улице Кирова после организации кольцевого движения. И скольким пешеходам это спасло жизнь. Похоже, что наши с вами жизни не очень интересуют авторов таких публикаций. Тогда зачем все это? Для лайков сложившаяся ситуация все больше напоминает банальный троллинг. Троллинг – термин является сленгом, провокация пользователей интернета с целью получить от них эмоциональные комментарии. При этом сам тролль может быть человеком, не занимающим конкретной позиции по вопросу, на тему которого разжигает спор. В процессе троллинга он задает провокационные вопросы без каких-либо аргументов, доказывая другим участникам сообщества, что они неправы. При этом делается все, чтобы вывести оппонентов из себя. Кстати, о лайках. Сегодня их, как и количество просмотров, можно монетизировать, обратив виртуально его вполне реальные деньги. Но в реальном мире живут реальные люди, которые создают реальные, а не виртуальные ценности. И которые хорошо знают цену каждому заработанному рублю. Им не нужны надуманные мистификации. Они достаточно умные, до абсурда не консервативные. Способны оценить хорошее новое и достаточно самостоятельные, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо. Светлана Еврасова, Анастасия Кучинская, телерадиокомпания «Гомель». Молодые супрацовники Комитета судовых экспертиз по Гомельской области приняли присягу и отримали новые погоны и звания. Урочистое мероприемство отбылось в областном громадско-культурном центре. Дарыча, нагодой для его проведения одночасово стал день ушанования ветеранов органов внутренних справ и внутренних войск в Беларуси. Многие эксперты-криминалисты ранее працавали в органах внутренних справ. Таким чином, у одной зале в этот день встретились минулое и будущее экспертные службы. Дарэчы, особной структуры яна стала зусім недавно. У наступным годзе адзначыць 5-годзе. И до першага юбилею подыходзіць с добрыми показчиками. Зараз у нашем регионе выконваецца наибольшая колькасць экспертиз у краіне. Скорочаныя термины их вытворчасці. Постоянно расте якасць. Сёлета арсенал экспертов пополнила новая техника, освоены и новые виды экспертиз. Молодым сотрудникам я бы пожелал успехов. Пожелал терпения и трудолюбия. И принимаю присягу, чтобы они всегда помнили слова текста этой присяги, применяли ее. А ветеранам пожелать здоровья крепкого, жизненных сил, энергии, долголетия и неиссякаемой энергии в передаче накопленного опыта молодым сотрудникам. А
Акрамя службовых досягнений эксперта, отзначены и творчие. На рахунку Гомельского управления перемога в конкурсе самодейной мастацкой творчести «Наполним музыкой сердце». Жанчына спробовала перевести свою мать у багажнику проз белорусско-украинскую мяжу. У пункте пропуску «Веселовка» оформление на выезд из Беларуси в Украину проходили громадяне России – мужчина и жанчына. У ходе огляду их автомобиля Volkswagen пограничный нарад совместно с супрацовниками мытни выявил пассажира, який явно хотел застаться незауваженным. У багажнику находилась громадянка Украины. Высветлилось, что она была мать россиянки. У 60-годовой женщины термин деяния паспорта скончился еще в соковику 2015 года. Миновито тому, таким способом, с допомогой дочки, и она вырашила обминуть все виды контролю, поведомили у Держпогранкомитете. Размяжу все трое пропущены не были, распочатый административный процесс. От чего залежит безопасность дорожного руху? От стану дорог, профессионализму водителей, выполнения правил дорожного руху, культуры поводинов у всех его удельников. Каждый год несколько тысяч жихаров Гомельской области отправляются у автошколы, как у дальнейшем пересесть с пассажирского места на водительское. Те можно, отучившись 3 месяца, отчувать себе упевненно на дорогах великого города. Наш корреспондент Марина Джалая так само вырашила пройти шлях от пешеходов хода до водителя. С какими складанностями сутыкаются курсанты автошкол, какие помылки частей за все допускают на испытах у Державтоинспекции и какие процент навученцев удало проходить все выпробования с первой спробы. Глядите специальный репортаж у программе «Новины тыдня» завтра на телеканале «Беларусь-4 Гомель». 15 листопада завершится термин приему земельного податку и податку на нерухомость. На Гомельщине оплачивать их повинны свыше 370 тысяч человек. Огульная сумма складая каля 700 миллионов рублей. Полова плательщиков уже различилась. За спазнение предугледжена не только пеня, але и меры административной отказности. До речи, платежное поведомление можно отримливать по электронной почте. Для этого необходимо заполнить заявку на портале министерства по податках и сборах, альбо накировать яе на электронный адрес ведомства. Ти прийсти особисто. Налоговые органы Гомельской области не первый год используют в работе электронный сервис, личный кабинет плательщика, который дает возможность гражданам, не обращаясь, не выходя из дома, узнать точно сумму налога, а также уточнить, на какие расчетные счета их внести. Для того, чтобы пользоваться, иметь возможность пользоваться этим личным кабинетом, граждане обязаны, имеют возможность прийти в налоговую инспекцию, подать заявление, в котором в обязательном порядке необходимо указать адрес своей электронной почты. И это позволит таким образом проще и быстрее уплатить причитающиеся суммы имущественных налогов. Специалисты нагадывают, что оплатить податки можно с допомогой разликовой системы ЕРИП. И льготы, как и ранее, предугледжены для пенсионеров по узросте, инвалидов первой и другой групп, шмадетных семьев и некоторых инших категорий громадян. Подробязную информацию можно отримать по номерах телефонов у Гомели 79-88-28, это областная податковая инспекция, альбо 24-53-73 по Гомельским районе. Урочистое ушанование Владимира Савы, заслуженного тренера БССР по веслованию на байдарках и каное, прошло во управлении спорту и туризму Гомельского облвыканкама. Мероприемство присвечено 70-годию ветерана спорту. Владимир Сава – значная фигура в истории веслования не только Гомельской области, але и всей краины. Еще в молодости он реализовался как спортсмен, двойче стал чемпионом СССР и выступал за союзную сборную. При этом у веслования он пришел досить поздно, до этого занимался боксом и гулял у хоккей. После особистых достижений у спорте он занялся тренерской працей. Заслуженный тренер БССР в 86-м, судья национальной категории у 91-м, он выховал нескольких чемпионов света. Одна из них – веслярка-байдарочница Нина Дорох. За достижения у тренерской працы Владимир Сава отримал гоноровый знак от Министерства спорту и туризму. С нагоды юбилею представники улады, сябры и коллеги уручили ему гоноровые знаки, грамоты и подарунки. Я, когда выиграл спартакиаду народов, и выиграли мы в олимпийских чемпионов,
в составе Беларуси. Я не верил, что это такое получилось. Потом уже, когда начал выигрывать, там, ну, в одиночке мне было приятно. У меня, правда, нет победы, но второе и третье место у меня было в одиночке. Это, впереди стоял человек, который считался принцем гребли, Шапаренко Саша. И то он меня побаивался, он моему другу говорил. Я говорю, если я у него выиграю, значит, я во всех выиграю. У картинной галереи Гаурила Вашенки протягивается творческий проект «Мус-Арт». Он реализуется совместно с областной филармонией. Главная мета – про встречи с известными музыкантами Гомельщины, атмосферы картин маститых мастаков, дарить наведывальникам незабывные эмоции, уражения и пополнять их культурный багаж. На гэты раз слухачам пропанавалі пагрузіцца ў свет яскравых джазавых кампазіцый. Канцэртную праграму «Джаз Тайм Осень» прадставіла лаўрэат міжнародных конкурсаў Алена Гасцінская. У выкананні салісткі Гомельскай абласной філармоніі пад жывы акампанемент фартэпіяннай музыкі гучалі лепшыя ўзоры савецкага, лацінскага і афраамерыканскага джаза. Творы программы «Джаз Тайм Осень» гучали на русской, английской и португальской мовах. Аднак были зразумелые кожному, бо расповедали про глубокое и шчирое почуццё кахання. А сам концерт ладился у рамках авторского проекта Алены Гасцінскай «У ритме сердца». И он продугледжвае шэраг выступлений, различных на аматоров самых разных музычных густов. Вы знаете, мне бы хотелось популяризировать музыку именно вот всего этого периода, о котором я сказала. То есть от 30-х, может быть, даже от Серебряного века и до хорошего настоящего диска. То есть это замечательная музыка, которая сейчас транслируется не так часто. А она увлекает слушателя и не оставляет равнодушным. И, конечно же, люди приходят прицельно на эти программы и принимают, конечно, очень хорошо. У Гомеля открыліся курсы больничных клоунов. Сярод слухачоў представники разных профессий во ўзросце от 20 годов. Пасля вучобы яны будуць дапамагаць детям змагаться с хваробами. На першым занятку побывала наша здымачная бригада. Волонтерская группа гомельских больничных клоунов «Фанни Ноу» створена в 2009 году. И сегодня гэты рух набирает обороты. Подобная группа працюе у Минску, а у планах волонтерам на наступный год их створение у кожным областным центре. Больничный клоун – это отказная праца, якая потребует ведания основ психологии и медицины. Усю летнюю группу слухачоў, например, залечили только 10 человек. Мотивация у кожного своя. Галоўна – убачить радость у вачах хворого дитяти. Я вообще по профессии инженер. Заинтересовалась этим, потому что что-то новое для себя, чтобы детям как-то помощь видеть в их глазах радость, какое-то вот волшебство, сказку, вот, чтобы они, чтобы мы поверили и они поверили, что можно как можно быстрее получить выздоровление. Больничная клоунада накеравана на худшейшую реабилитацию детей у лечебных установах. Волонтеры допомагают им позбавиться от стрессу, выкликанного хворобой. Для этого яны выкористовывают методы арт и гульнявой терапии. Навучение будущих больничных клоунов складается с двух этапов. Первый включает теоретичные занятки по детячей психологии, правилах работы у стационары, тренинги по актерским майстерстве, клоунаде, акробатице и жонглировании. Раз два тыдни слухачи у сопровождении в опытных больничных клоунов наведают маленьких пациентов у больницах, а так само станут удельниками новогоднего спектакля. Это главный атрибут больничного клоуна – халат. Белый халат, который очень напоминает халат врачей, и он в том числе решает проблему страхов, связанных с врачами. И что касается нашего образа больничного клоуна, то мы стараемся не использовать грим, не использовать парики. Костюмы наши максимально очеловеченные, для того, чтобы у детей не возникало страхов и тревоги, связанных с клоунами. По закончении курса слухачи отрымают сертификат, однако соправдным больничным клоуном можно будет стать только после трехмесячного выпробовального термина. Ганна Каральчук, Ганна Ковалева, Михаил Рабков, Телерадио, компания «Гомель».
Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.